я Алиса. Всем привет, друзья! Сегодня мы откроем Long and Fitty Pop, третью серию второй волны. Друзья, посмотрите, у нас еще один есть такой шарик. Сейчас мы стараемся открывать уже вторую волну, хотя у нас из первой волны, конечно, шариков было немного. Но пока есть возможность, мы открываем такие шарики. Этот шарик у нас сертифицирован для России из Америки. Ну что, будем надеяться, что нам сегодня попадется новая куколка, не повторка? Да. Давай, Алинка начинает открывать. Так, подсказочка. Что там? О, друзья! У нас такая подсказочка уже была недавно. Будем надеяться, что это не та кукла. Розовый шар! Что, такая же кукла? Нет, эта кукла у тебя была, у тебя был тоже бледно-розовый, да, шар? Да, у меня был бледно-розовый, мне эта кукла попадала. Сейчас мы по первым аксессуарам уже поймем. Да. Господи, господи. Ой, как я не хочу повторку, ребята. Смотрите, у нас такая же татушка, как в недавнем выпуске. Я открою тебе тайну, везде такие татушки в таком клубе. Да? Да. Ну, момент истины. Она. Повторка? Да. Это вам никого не напоминает, случайно? Друзья, у нас второй доктор. Ой. Так, друзья, у нас такая же куколка, мы уже это видели, но мы хотим открыть дальше шарик и посмотреть, возможно, у нее другое умение, да? Да. Возможно, она будет у нас здорово менять цвет. Посмотрим. Потому что та куколка у нас писала почему-то. Да, та куколка у нас. Хотя на вкладыше было написано, что эта кукла только меняет цвет. Да, поэтому мы надеемся, что у нас будет эта куколка наконец-то менять цвет. Так, девчонки, мы достали все пакетики, но нам самое главное куколка. Не надо, не открывай пакетики. В пакетиках же мы знаем, что находится. Нам главное, давай посмотрим, какая куколка. Вау, как красиво открылся. Так, смотрим, какая куколка. Ну, понятно. Сейчас мы, у нас вот тут есть водичка. Она писает. Тоже писает? Друзья, ну что-то прям странно. А нет, вот она меняет цвет, я вижу. А, ура! Смотрите, у нее волосы цвет меняют. Вот у этой куколки меняют цвет. А у той куколки не меняют цвет волосы. Хотя нет. Тоже меняют? Да. Нет, ну у этой вот прям заметно. Да? Да. Смотрите, друзья. Да, что, да, да. Смотрите. Тоже меняют? Да, да, да. А, мы, видать, так плохо смотрели в прошлом видео, да? Вот, смотрите. Хотя и в теплой воде у нее тоже как-то волосы так же остаются. Я вообще ничего не понимаю. В теплой водичке тоже видно эти полоски. И в холодной видно. Короче, понятно. И в теплой видно. Нас обманули. Так, ну она у нас тоже писает. В общем, друзья, у нас теперь две одинаковые куколки. Куколки мы открыли. Пакетики у нас есть не открытые. Так что... Потом как-нибудь, не в этом видео, сразу говорим, специальное это... видео снимем потом. Да, и мы ее, конечно же, разыграем, но попозже. А потом. Потом. Мы всегда снимаем отдельное видео для конкурса и никогда не разыгрываем куколки в самом видео, да? Да. Ну что, ладно, куколку мы открыли. Ничего у нас, никакие ожидания наши не оправдались. Так что будем искать дальше куколки новые, да? Да.
Все, на этом попрощаемся. Всем пока-пока. Всем пока-пока, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, нажимайте, ставьте нам лайки побольше и пишите нам хорошие комментарии. Мы всегда им очень рады. Передаем всем большой, огромный привет. Привет! Надо говорить пока, а мы передаем приветы. Ну, тем не менее, всем пока-пока.